Всем привет! Сегодня будет мини-обзор двух сетевых паяльников. Это отечественные ГОСТовские ПСН старого образца с нехромовыми нагревателями, с людопластовой трубкой и плохим держателем жала. Модель на 65 Вт. Основные проблемы – это сложность лужения медного жала из-за быстрого прогара припоя и конструкция с низким ресурсом, которая со временем начинает разваливаться. Паяльники предназначены для бытового применения. Посоветовать их можно только новичкам в пайке. Цена таких паяльников порядка 150-200 рублей. Не путать их с более новыми паяльниками с керамическими нагревателями и винтовым фиксатором жала. Второй ПСН на 25 Вт. Из-за более низкой мощности и температуры он дольше живет, более легок при лужении. Плюсом данных паяльников является разве что ценовая доступность. Да, вот примерно такие проблемы с фиксатором жала. По сути, добавить мне больше нечего. Всем спасибо за просмотр. На канале еще будут видео с обзорами паяльников. Заходите, смотрите. Всем спасибо и пока.